мы, как оппозиционная партия КПРФ, проводим свои митинги, потому что к той оппозиции, к болотной оппозиции или оранжевому курсу мы не имеем никакого отношения. У нас стабильно в течение 20 лет в Российской Федерации сотни тысяч, миллионы людей за нас голосовали, голосуют и будут голосовать. Они вышли на определенной волне недовольства, которую мы же и поняли в связи с нарушениями на избирательных участках и так далее, и пытались под либеральными лозунгами свернуть Россию с левого поворота, на который мы настаиваем. Они хотят праволиберальный поворот сделать, а мы левый, социальный, социалистический поворот. Вот в этом наше отличие. Мы свои митинги провели мощно. 1 мая, я сам 9 мая участвовал, и которая колонна дошла здесь до Кремля в двух колоннах. Собрали в первый раз свыше 30 тысяч человек, во второй раз около 30 тысяч человек. За нами идут и будут идти.